Мытищи. Напротив, за пожаром Волковское шоссе. Здесь мы находимся в районе улицы Колпакова. Это новостройка Нового Медведково. Синее здание, голубое, с синей крышей. Это здание производства теплые полы. Там, за пожаром, находится винная компания. По-моему, разливает вино. А горят склады то ли теплых полов, то ли вино. Происходят периодические взрывы, сильные. Но пожар разгорается все сильнее и сильнее. За таким густым и едким дымом практически не видно пламени. Пламя достигает где-то этажа 5-6. Очень сильно. Пожарных не слышно, но, наверное, скоро подъедут.